На Красноярск надвигается штормовой ветер, как сообщают в Краевом управлении МЧС. Сегодня и завтра синоптики предсказывают резкие порывы до 20, а местами и до 24 метров в секунду. Накануне горожане уже ощутили на себе удар стихии. В некоторых районах были перебои со светом. В Солнечном поднялась пыльная буря. Специалисты гидрометцентра предупреждают, весь апрель будет ветреным. Спасатели советуют держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Но у такой погоды есть и плюсы. Ветер рассеял дымку над Красноярском, воздух в городе, согласно данным экологов, чистый во всех районах.